Дорогие друзья, я очень рад сегодня воспользоваться этой возможностью, обратиться ко всем, кто сейчас меня видит. Мы сегодня проживаем непростое время, и как вы сейчас видите, уже часть здания, оно демонтировано. Но, обращаясь к вам, хочу поблагодарить за все молитвы, за те поддержки, слова, которые вот сегодня звучат в наш адрес, приходят через различные СМИ. И мы благодарим, что приехал Российский христианский альянс. Мы благодарим за все религиозные организации нашего города, церкви, которые также встали на защиту и поддержку вот в данной ситуации. Спасибо. Я также хотел бы благодаря обратиться вновь. Продолжайте за нас молиться. Продолжайте возносить те молитвы, которые сегодня уже звучат. Пусть Господь поможет нам пройти эту ситуацию и выйти в этой ситуации для славы Божьей. Спасибо.